Агата Муцениеце и Павел Прилучный были яркой звездной парой шоу-бизнеса. Однако летом прошлого года супруги развелись. Расставание сопровождалось скандалами и слезами. Агата до сих пор, несмотря на прошедшие месяцы, то и дело поднимает эту тему, не уставая обсуждать наболевшее. Почти сразу после расторжения отношений Агата Муцениеце запустила свое YouTube-шоу «Честный развод», в котором обсуждала с приглашенными звездами, как максимально безопасно для нервов выходить из отношений. И в одночасье актриса превратилась в эксперта по разводам. Друзья звонят советоваться, я говорю, блин, ребята... Как правильно развестись? Ну типа да, как себя повести? Агату Муцениеце не раз обвиняли в хайпе на расставании с Павлом Прилучным. Сама актриса и не скрывает, что успешно пропиарилась на личной драме. По ее словам, зрителям интересен человек с раненой душой. Она сама пережила развод, подарила двоих детей, а супруг сделал такую подлость. И Агата намерена дальше ловить хайп, получая свои бонусы за это. Когда человек раненой душой, он вызывает интерес у зрителя, знаешь, надо же забавно наблюдать, как человек, и это, ну, как бы все наблюдали за тем, как я с этим справляюсь, как я перебарываю себя. 8 лет отдала человеку, родила ему 2 новых людей, и он так подло со мной поступил, конечно, я буду хайповать. Хоть так какую-то выгоду я должна получить. Агата призналась, что гости, которые принимали участие в ее шоу, помогли многое переосмыслить. Теперь она спокойнее реагирует на многие вещи. При этом Агата Муцениеце отметила, что никогда не хотела и не собирается наживаться на фамилии своего бывшего мужа. Актриса убеждена, что уже сама по себе вполне известная личность, и ей по силам всего добиться своим трудом. Артистка намекнула, что это как раз на ней некоторые люди пиарятся. Ну как я могу хайповать на имени человека, если я актриса? Я иду на пробы, и что я такая? Я бывшая жена Прилучного, мы разве... Нет, я иду на пробы и пробуюсь на роль. Но я не думаю, что это за счет его фамилии. Ему бы, наверное, хотелось так думать, но нет. Я всегда была самостоятельной личностью. Я начинала карьеру без этого человека. Я нашла нормально без этого человека. Много проектов у меня случилось самостоятельно, потому что я сама по себе единица. Вот и все. И никакого веса не имеет эта фамилия для меня в карьере вообще никак. Мне кажется, что теперь уже другие люди за мой счет начинают пиариться. Все уже наоборот. Агата Муцениеце также призналась, что не против хорошего левака, который укрепляет брак. Главное, по мнению актрисы, договариваться с партнером на берегу. Для меня главное договориться на берегу. Для меня не важно, для меня в измене убивает не сама измена, а обман. Что мне врут и мне не говорят правду. Я считаю, что я с мужчиной могу договориться о любых удобных для нас условиях нашей сексуальной жизни. И он может этим заниматься, если это будет честно.